Первый был, первый прошел. Сошел. Я ее продал за 6 200. Так доллар был 8.20, и потом доллар был 17. Доллар был 8.20, и потом доллар был 17. Он везде вот такой вот, куда бы вы ни пошли. Вон стоят мои друзья, 16, вот на лодке. Это самое. Они за. Капец какой большой, просто мега монстр. Поставил мидию и мормышку. До этого ловил на сердце. Вот такой вот. Рыбы. А когда еще здесь было все открыто? Не, ну я знаю, я лап не полюбил. Я первый раз обошел. Еще за все время он все делает, да? Конечно, поэтому я и спрашиваю. Но 15 апреля, 15 апреля, 5 дней я тебя жду. Лапки по Алексею. Лапки по Алексею, да. Да. Но это же не утвердили. А мы...
Такой крупненький клюнул для сравнения. Удочка. Красавчик. Такой здоровый, так бахнул. Вот что удалось поймать за пару часов. Очень много сходов, очень много, просто немеренное количество. В основном средний такой бычочек. Попалось несколько хороших вон. Там много сходило. Вон тут еще. В общем, вот так вот. Все, завершилась моя рыбалочка. Да, я сегодня в маске, все по правилам, поэтому вот так вот. И сегодня, да, приехал на велике, поэтому было интересно. За рыбалочку так килограммчик поймал за пару часов. Думаю, так проще будет. Ну да, где-то килограммчик поймал за пару часов. Очень понравилось в целом. Мог ловить на конце, но там нормальные местяки были заняты. А так не особо хотел упираться. Пришел просто под берег, потому что тут мне больше понравилось. Поэтому, а вот сейчас под вечер на платнике вообще так столько народу. Просто немерено. Сейчас покажу вам, кстати. Смотрите. Люди в воде стоят. Поэтому как-то так. Все, я одеваю масочку назад и погнал домой. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч.